Всем привет! С вами Юлия и моя формула рукоделия. Сегодня предлагаю остановиться на очень популярном в наши дни украшении колье чокер. Если переводить это слово, то оно означает буквально душитель. Чокеры были популярны в 90-х годах. Ими увлекались панки, рокеры. Они носили чокеры из кожи с металлическими заклепками. Затем это украшение перешло в поп-культуру. Предпочтение им отдавали многие звезды. Натали Портман, Спайс Гёрлз, Дрю Берримор, Кристина Агилера, Бритни Спирс и другие. Конечно же, глядя на звезд, колье чокер стали носить и в миру. Он стал модным украшением. В наши дни чокеры снова в тренде, и внешний вид их очень разнообразен. Они могут быть сделаны из бархата, кружева, металла, шнура и, конечно же, бисера. Сегодня я покажу вам, как быстро и легко можно сделать чокер из бисера и бусин. У меня получился вот такой в сиренево-фиолетовых тонах. Вы можете подобрать такой цвет, который вам более по душе или есть в наличии. Итак, приступим. Для работы нам понадобятся стеклянные бусины 6 на 8 мм, бисер сиреневый и бисер фиолетовый. Это чешский бисер Preciosa десятка. Номера цветов я оставлю в описании под этим видео. Основой чокера будет служить леска толщиной 0,3 мм. Также будем использовать фурнитуру, замочек, карабин, пин, колечки и цепочку. К такой цветовой гамме более подходит серебристая фурнитура, но у меня посылка с AliExpress с фурнитурой где-то застряла, поэтому покажу на золотом комплекте фурнитуры, как получу посылку, конечно же, переделаю. Итак, начнем. Отмеряем 2 отрезка лески по 110 см. Делим их пополам и привязываем посередине карабина. Для удобства плетения фиксируем карабин скотчем к рабочей поверхности. В работе у нас будет 2 пары концов лески попеременно. Сначала набираем на 2 лески по 10 бисерин. Отпускаем их вниз. Берем бусину и проходим ее с двух сторон теми же концами лески. Затягиваем. Получилось первое звено цепочки. Теперь будем делать такое же звено на 2 других концах лески. И те, что были в работе, можно зафиксировать по центру, чтобы они не путались. Берем другие 2 конца и нанизываем на них по 20 бисерин фиолетового цвета. Также проходим бусину с двух сторон и затягиваем. Следующие звенья из сиреневого и фиолетового цвета будем набирать по 16 бисерин, и каждая из них завершать бусиной. Каждый раз лески, на которых сделано звено, фиксируем посередине и берем в работу 2 другие, чередуя цвета звеньев. В итоге у нас получится своего рода переплетение из 2 цепочек. Плетем таким образом до той длины, которая нужна вам, оставив пару сантиметров для замочка. Имейте в виду, что чокер носят плотно по шее, но не стоит буквально делать из него душителя, вам должно быть в нем удобно. Последние звенья плетем, как и в начале, сиреневая 10 бисерин, а фиолетовая 20. В них нам нужно пройти обеими лесками в круговую, вывести их у бусины и сделать узелок. Затягиваем его надежно, обрезаем хвостики, оставляем миллиметр по 3-4 и подпаливаем зажигалкой. С фиолетовым звеном поступаем точно так же. Теперь разъединяем колечко и крепим его за два последних звена. На второе колечко надеваем цепочку, удлинитель и фиксируем его на первом. Теперь сделаем утяжелитель для цепочки. Берем пин, нанизываем на него бусину, укорачиваем, оставив около 1 сантиметра. Круглогубцами формируем петельку и фиксируем на цепочке. Итак, наш колье-чокер готов. Смотрится он на шее очень красиво, но подойдет такой вид чокера только для длинной тонкой шеи. Если у вас пухлые щечки и пышные формы, чуть позже я покажу, какой нужен для вас чокер. Так что, если вы еще не подписались на канал, жмите на кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить новые видео. Кому понравился мастер-класс, оцените лайками, мне будет приятно. Как всегда, приглашаю вас в группу, где вы можете похвастаться своими работами, оставив их фото на стене, а также задать вопросы и обсудить с другими мастерицами общие темы. Там же я публикую рекомендации, где покупать выгодно материалы и фурнитуру для работ. Вся информация в описании к видео. На этом все. Будьте всегда эффектными и в хорошем настроении. С вами была Юлия и моя формула рукоделия. Пока-пока!